Утром я слушал проповедника по радио. Он сказал слово «грешник» 6 раз за 6 минут. Ясно к чему? К тому, что день будет превосходный. Устроим в городе веселуху. Грейс, дай пушку. Зачем? Шериф приехал. Я думал, ты в тюрьме. Вышел час назад. Хочешь поторговаться? Ты отлично знаешь, кто даст то, что нам нужно. Кто убил мою сестру? В последний раз ее видели в доме доктора Китса. Вот что нам нужно. Даю 30 минут. Найди пропавшую Бриджит Бейкер или... Или я буду высылать Джона Китса по кускам. Ты получишь все. Лучше съездить к отцу. Папа не любит сюрпризы. Я это знаю. Нераскрытое дело. Сможешь зачистить, чтобы не подкопаться? Доктор Китс? Доктор Китс. Потеряв его, мы лишимся всего. Можно их выкурить, пока они не копнули. Звони в ФБР. Это началось 10 лет назад, но кончится сейчас. Шериф оказался между двух огней. Я понял то, что хотел. Вы знаете что-нибудь об исчезновении Бриджит? Туда лучше не лезь. Или что? Ты можешь уйти за ней. Кровавая баня ничего не меняет. Брюс Уиллис. Тимоти Мёрфи. Девушка пропала. Ты не понимаешь? Потеряв доктора Китса, мы лишимся всего. Нам нужна правда. Не все так просто, как кажется. Бриджит была не такой. Ты лжешь! Есть шанс, что это закончится без единого выстрела. Я должна знать, что с ней. Я не могу посещать пустую могилу. Пытаешься быть героем? Не лезь не в свое дело, шериф. Ты пустое место! Заткнись и останешься жив! Ты виноват в том, что происходит. Осада. Я шериф этого округа. И кто же тебя им сделал?